Осторожно! Солдаты Демичева ищут нас повсюду!
Подожди-ка. На пути к рельсам стоит часовой. Снимешь его отсюда. Великолепно. Заперто. Думаю, я смогу пролезть в вентиляцию. Подсади меня. Спасибо. Кажется, я могу открыть ее с той стороны. Давненько здесь никого не было. По-моему, я кое-что увидела. Дэнков, сюда! Это пульт управления. Проверим, работает ли. Что-то... Попробуешь ее открыть?
Убери от меня свои грязные руки! Отпусти меня! Найти цель уничтожить! Залезь впереди! Огонь на него! На помощь!
Вы не вели бы себя так нагло, не будь я связана. Ты не первая из группы Мир-12, кого я допрашиваю. И раскал. Убить их. Как нельзя вовремя. Освободи меня. Развяжи меня, Ренка, и мы сможем уйти. Спасибо. Теперь в порт на поиски бомбы.
Доктор Барисов, прием. Доктор Барисов, как слышите? Сомневаюсь, что сигнал вообще проходит. Мы почти уходим. По словам Барисова, бомба Е-99 находится на грузовом корабле «Жемчужина». Нам повезло, что поезд устарел, а то пришлось бы идти пешком. Здесь и попробую связаться с доктором Барисовым. Поспешите, Демичев наверняка близко.